И здорово, чуваки, с вами снова я, Карл Джексон. Продолжаем проходить GTA San Andreas. Извините за шумы, если чё. Я поправлял микрофон. Значит... Да, полковнику у нас там опять надо начать сканирование, чтобы всё прошло гладко. Музыка из всех игр будет. Прямо из всех. Последнее сохранение у нас Run for Lee. Пэджиомоги. Нет, опять GTA-шка вылетает, это непонятно с какого хрена происходит, блядь. Понимаю, опять херня какая-то происходит с GTA-шкой, да-да-да. Мы с самого начала опять начнем игру, блин. Посмотрим, что не так. Пропускаем все катсцены, которые нам нахрен не нужны. Вот тут игра не вылетает. Значит, загружаем Run for Lee. Тут тоже все. Вроде как подчинилась. О, где? Сорян, самолет. А все улетело, ну ладно. Так, а куда мне-то надо, чуваки, не подскажете? Так это пиццерия, скорее всего. Вот что я делаю? Ага. Так, куда ехать-то? Так, это север? Вот это север? Да ладно, впервые за всю историю север это север. Да ладно. Ну вот что-то, давайте-ка к пистолетику этому полетим, от жизни. Угу. Тибо Мендес. О, понятно, что за миссия. Ну как кто тут вместо О, этот громкоговоритель взяла. О, ладно, Биг Бэр толстый, понятно. О, я за стояка играю, круто. Не, конечно, может быть у меня что-то помощнее будет в гараже. Да ладно, давайте-ка возьмем вот эту тачку. Понятно, ничего интересного тут нету, ну ладно. Едем. Все равно. Хотя я сканирование сделал прямо при вас. А у меня же игра вылетела, мне надо еще заново все это делать. Ну конечно. Ладно, едет в жопу. Все дерьмо. Катаемся без звука. F5 тут не работает, чуваки. Оу. О, тоже есть эта самая хрень. Это вам за Кенни! Ну хоть сейчас открой глаза. Ты сбежишь от меня, Сиджей. Эй, Сиза. Будто покат. Беркли, будь ты проклят! Так, заезжаем назад. А, уже можно ехать? А туда нельзя заехать? Нельзя? Окей, нам не дают туда заехать. Так, нет, а я возьму и по-нормальному поеду. О!
Блин, нормальная музыка. О, тачка какая у меня, только другого цвета, прикольно. Да, скорее сюда музыку надо вырубить, потому что на танцах, будь то танцы, обычные танцы или танцы лоурайдера, надо со мной тачку так звук включать. Бабуськи, прикольно, куча бабусик. Здорово! Да, здорово! Эй, чё за парень? Ну-ка выходи. Уходи от меня. Так, да-да-да-да-да. Чтоб никто не прикопался. Вот так вот, хоп. Придётся в тишине. А, это все этот зазвоняет. Вряд ли я тут поставлю фоном музыку какому-нибудь, потому что, ну, да. Может, и поставлю, фиг знает. Ну все, пора, что-то там пора. Since we told me to keep an eye on you, make sure that whatever you dating don't get you in no trouble. ¿Qué onda? Nice hopping, Holmes. Well, you just shook that whatever's hand. Come here, baby girl. Hey, get your dirty hands off my sister. What is wrong with you? Holmes, you're acting like she's your woman, eh? She's with me, cabrón. So chill the fuck out. I treat her good. Look, baby, don't start no shit. Don't make it worse. Órale, vato. Okay? Who's this pendejo? What? Dickhead? This dickhead is my brother. Easy, Holmes. He ain't from nowhere. He's cool. Well, I say he ain't cool, Holmes. I say he thinks he's gangster, man. And I don't like him. So you know what you can do for me, man? You can fuck off, pendejo, and then maybe we cool. No, you fuck off. I'm talking... Понятно. 5 косарей, охренеть. Так, погодите-ка, мне надо узнать, сколько времени прошло, блин, пока я проходил эту миссию. Угу. Давайте-ка еще. Да, по часовому видос. То есть полчаса сначала записываю. Сохраняю, потом еще полчаса. Да, такая у меня тактика. Хуяктика. О, нет! Балас! Балас! Понятно, надо забрать свита. Активируйте.
Ой-ой-ой. Ну нафиг. Ну только один вариант у меня. О, он сама повернулась. Он раньше был. Так. О, беда. Прикольно. Понятно, ничего нового. Да ладно, не парься. Прикрой. Ну хорошо, я скоро приду. Да, как всегда, рандомные разговоры, в которых нет, ну, ни малейшего смысла. Просто набор фраз и... Просто я бы из этих фраз сделал трейлер. Понимаете, можно из любых фраз можно сделать реально трейлер к этой игре. Только еще найти бы эти моменты, вот тогда было бы вообще замечательно. А так, это трейлер в радио. В принципе. Вот так вот сделаем и все. Хотя у меня не полный рандом. Вот у Хикана был, не знаю. Две кэндл! Ах! Ты не мешай мне, слышь! Иди, а! Ну, баб, ну что ты меня передразниваешь-то, а? Ты мне мешаешь и записываю! Ты специально, да? Я это из принципа вырезать не буду. Понятно, понятно. А по-русски можно? Ой, попустите. О, Рози, блин. Привет. Только ты мне тут... О, Карл. Я самого себя убивать буду. Зашибись. Так, этим тоже надо нападать. Ух ты. Так, главное, чтоб... О! Главное, чтоб свит был далеко. То иначе так можно его убить и все. Да подбирай. Сгоришь или чё? А, нет, лучше не трогать. Их надо мочить. О, oh, ноу, no. На меня? Молодец. Нет, лучше так не делать.
на достатному хуях, да? Тихо, можно так вот хоп. Тебе пофиг на самом деле. Опа, 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 что это? Кидаю гранату. Вынос мозга. Кидаю гранату. Можно не гнаться за ними. Вот этих можно гранатой тоже убить. Главное, чтобы Свит со мной не ходил, точнее Рози, неважно. О, зар, блин. Да ты специально, мне некогда сейчас развешивать, ничего. Фух, может, мне повезет, и наружу у них безопасные будут. Да. Мне кажется, это не лучшая затея, ну ладно. Я про... А, нет! Вы, да сука ебаная ты, блядь! Ёбаные, блядь, менты, блядь. Да блядь, чё за херня? Чё она вечно переворачивается тут, а? Пиздец, блядь. Так. А ну-ка нашу музыку. Мне всегда найдется что-нибудь, что-то там. Я думал, что территория нашей семьи. Да бляха! Давай, поднимайся.
Окей. Да, блин, понятно, можно это пропустить, но не хочу это читать. У нас сразу надо от этих избавиться, ублюдков. Ой, это не то. Блин, свиток может быть убит. Вы можете отвалить от меня, придурки. Ой, блядь, ну, понаехали-то. Они же только все испортят, блядь. Тут даже никого нету, блин. А вон они, кажется. А, нет, это не те, это менты. Тут толпы-то нету никакой. Кажется, эти. Ты можешь отвалить? Неужели? О, блядь! Ну блин, да нет. Ты перестал? Нет, не перестал. Или перестал? Кто знает, где свит? Куда убежал? А, вот и где. Стой тут на месте. Сзади. Все. Фух, повезло.
Беркли показал своим инициативам пехоте, чтобы доставить товары к подъезжу гаражу в центре. Так а чё тут? Я не пойму нифига. Вроде какая-то миссия показана, но тут ее нету. Ладно, идем дальше. Что у нас по времени? Ой, блин, еще 4 минутки и все, и конец. Да. Так, ну это север, скорее всего, да? Да. Так, прикольно то, что Джизи это не Джизи, нифига, это Вузи. Джизи это Вузи, прикольно. Лью. Приманка. О, прикольно. Ну и морда у Мэкера просто. Понятно, Джизи это... О! А вот это Джизи. Джизи это Карл, это Джизи. Это Майк Торрено, походу? Нет. Это надо наркоту уничтожать, походу, ну, забирать. Так, надо, короче, быть здесь где-то. Или что, типа, я не знаю, на самом деле. У меня есть правильное оружие, но правда. Смогу ли я с ним? А ну все уже. Чего? Мне еще лететь? Они пошли бы вы нахрен, а? Этот транспорт тоже не блещет своей скоростью. Да чё за хрень? Тихо, тихо! Ты можешь постоять маленько? А, вот сука, он меня обманул. Короче, я пересаживаюсь на... Куда быстрее, вставай, чё ж ты падаешь-то? Я сажусь на эту хрень. Мотоцикл. Это не хрень, это нужный транспорт, на самом деле. О, нет! Бляха. Теперь в ресторан надо телепортироваться. А все, я уже здесь.
Не, если тпхнуться туда сразу, то меня посадят на транспорт. Причем бесполезный. О, вот еще один. Что, не убил, что ли? Серьезно? Нахрен идешь. Че, убил? Да ладно. Аллилуйя. Да уйди ты из этого. Блин, опять. Покоцанное радио. Пока. Лошара. Кого открыть? Ага. Ну сейчас я закончу запись и повешу обязательно. Что, музыка, музыка? Ага, музыка. Да стой ты! Что ты застрял? Стой сюда! Дай сюда, дай сюда, дай сюда, дай сюда, дай стой, стой! Ублюдина! Нахрен иду. Да бляха, это столбы сраные. Ускоряйся! Ускоряйся, блин! Ну, сука! Что-нибудь скрипту быстрее меня, блин, а? Да ладно, убил, неужели? Ну сходи. Финальный чел. Нет, не получится, не получится, не получится. Откуда? Ну стой, блюдина. Ой, я его в нужное русло, блин, направил. Молодец просто. Все равно остановишься, падла, рано или поздно. Стой, падла. Стой!
Стой! Нет! Нет, 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 я должен спасти! Блять, походу нет. Ну, конечно, нахуй! Последний раз. Последний, блядь, раз. У меня сейчас нету времени, блядь, это все сохранять, а потом за кадром там нужно сохранение загружу и все. Неважно. Если вообще эта миссия сохранится, блин, я боюсь, что не получится, нихера. Но будем надеяться на лучшее. Чтоб кому-то все это сохранило. Последний раз, нету времени на все это говно. Поехали сразу же сюда. Помню, куда, говорит, здесь. Да-да-да. Ох, хотя бы нормальную тачку дали. Ну стой, блядь! Падла по встречке едет, как назло. Стой, зараза, стой, ублюдок! Остановишься, падла. Стоять нахрен. Да почему ты не останавливаешься-то, уёбок? Да блин, опять перевернулась. Давай, вставай. Можешь остановиться, пожалуйста. Да блин, ну херня какая-то происходит, блин. Стой. Ах, ты нуждаешь меня только это делать. Кусок говна, блядь, а не машина. Стой. Пойдите нахер. Забись. Да в смысле, куда он поехал-то?
Опять я наверху. Что бред? Да ладно, а как я, блядь, это сделаю, если, блядь, они все, сука, быстрые, блядь, и не останавливаются никогда, блядь. Нахуй эту мишцу. Ким, блядь, сука, образом они, сука, сдохли. Продолжаем, значит. Ой, я забыл наушники одеть, вот я идиот. Наушки-то не одел. Еще бред, вы услышали этот звук. Понятно. Ну ладно. Ну что ты. Страшно. Короче, пропускаем эту миссию. Похер вообще. А кстати, чё? Чё, всё зависло? Да нет! Не пугай меня так. Это значит... Бесконечная фотика, нахрена он мне нужен? Ну, заходи. Так, это северское все, да? Да. Два праведника. К какому мне из них пойти? Наверное, к этому. К Вузи. С 20 до тут. Откуда я знаю, где тут дом? А, и сохнул. О, нет! Это же это миссия. Ну вот, собственно, вот бесконечный фотик мне и понадобился, блин, собственно. Рыба, рыба. Не послушалась. Мне сказали. Давай прыгай. Интересно, поджечь этого свидетеля или кто он там? Можно, интересно? Хоуми, хоуми, хоумс, блядь. Ты мне должен мою тачку. Ему даже насрать. А что здесь делают? Закусочные, ладно, неважно. Пропуск поездки, слава богу. Я могу задавить. Выходи! Воу. Фотографируй тело. Молодцы, чуваки, спасибо! Братцы, я вас не забуду! Братцы, вы просто молодцы. Спасибо, я даже вас убивать не буду. Ой, блядь! Фуф. Ага. Эть. Тихо.
Так, где я должен быть? Здесь? А так нельзя? Нельзя. Ладно, пешком так пешком. Так, скорее всего, гаечный ключ, это опять-таки север. Да. Ну, времени прошло не так много. Там всего-то каких-то 5 минут. 5 минут. Ну, почти 5 минут. Ну что, опять к праведнику какому-то едем. Теперь тпхаемся туда. Куда надо. Хопа. Банда Дананг. О, это что такое? Красный 25. Круто! Я с тобой больше не поеду, пока ты не бросишь пить, чувак. Мы знаем, что вы внутри. Я остановлю тебя, ублюдок! Ближе, ближе! Нужны мне деньги, я думаю, будет справедливо, если вы мне их вернете, понимаете? Нет, не понимаю. Я же единица. А, нет, опять эта миссия. Ну ладно, ладно, пройдем еще раз. Нужно пропустить нахрен это все. А чего? Автобус? А ну да, я же там же был автобус, да, до этого. Ага. Понятно. Лучше это не читать. Здесь мотоцикл надо, да. Ну сейчас он опять меня будет подрезать, пытаться и что-то прочее. Хотя я ему должен помогать, а он, сука, не хочет, чтобы я ему помогал. Подрезает меня тупо. Да, всеми способами пытаемся избавиться от засады и что-то типа того. Да. Вертолет застоял в стене. Как круто. Так, от этого лучше избавиться так вот. Так, все, погнали дальше. Подбьем некоторые эти. Ладно. А это можно подобрать? Нет, нельзя, ну окей. Нахрен иди! Па-па-пам! Да ладно! Так быстро? Окей, побежали. Молодцы, придурки! Oh, shit.
Orange Grove Street fam. Ладно, как от этого избавиться-то? О-о-о-о. А от этого-то не избавиться никак. А нет, избавиться. Все. Надо подобрать. Не успел, ладно. Да ты... Садись. Так он близко. Эй, этот придурок не получил, чего хотел. Блин, надо было залезть в тачку и не вылезать из нее, а телепортироваться куда-нибудь поближе. Так, надо быстренько сейчас понять, сколько времени у меня. 11:32, так. Блин, быстро вычислить не получится. Так, ладно. Тпхаемся. Опять? Получается, квузи? Нет, не квузи, а куда? Все равно П, на букву П. Миссия на букву П. Это? Так, Outrider, окей. Эй, Карл! There's two cars on the list, is it? And they're in the showroom across town. Let's go get them. Always admire your direct approach, huh, Bray? Pick your position. Pick your position, Карл, прикрой нас. Вау! Эй, попробуй, брат, это хорошая штука. Я перед ним в большом долгу, эта тачка отлично подходит в качестве расплаты. Бей флаг крутить, чувак. Эй, слушай, парень, это уже не смешно. Да, хозяин, как раз применяю его. Есть, я открыл его. Не время болтать, детка. Это казино 4 дракона в Лас-Вентуресе. Эй, мы позовем чуваков из банды и начнем веселье, ты с нами? Он снова здесь, я уже там, чувак. Езжайте с кем-то туда, встретимся в гаража, который я выиграл в гонках. Карл, учись летать. Сэр, это место не для гостей. Постой на шухе, пока я закрашу это граффити. Если подалеку есть автосалон, который вы выставили на продажу. Слезы газ, они убегают. Хорошо, куда едем сначала? Эй, Зиро, что насчет Беркли? Он взлетит вообще?
Нет, сэр, просто я был занят и все. Понятно. Ломаем стандарты. Красный один. Дилер выиграл. Опять 6, да вы издеваетесь. Это Зенва не для тебя, у таких убогих тачек, как у тебя. Да, он здесь, офицер. Мы сражаться на пляжах, ну ладно, на крышах. Ну спасибо тебе, блядь! Нахуй иди! Тоже мне наш кем тягаться безголовые. Хватит, я больше с тобой не разговариваю. Он приезжает сквозь все. Спасибо, Сижей, заходи еще. Я знаю, что там тупик. Так что поэтому я отъеду уже. Да блин, что серьезно? Кто мы знает этого парня? За мной вниз по холму, Холмс. Сегодня я чувствую, как я готов убить что-то там, что-то там. Да заебись просто, блядь! А мне именно эта тачка нужна, да? Конечно, блядь. Она перевернуться-то не хочет? Ох ты, давай. Все, игра зависла. Эй! Да нет! Да нет! А что дальше, блядь? А что дальше-то, блядь, а? А ничего дальше не произойдет. Все. Мы приехали. Может, все-таки произойдет? А? Нет, они так и будут стоять долго. Это заново начать игру из-за... Я не знаю из-за чего. Ой, я даже не посмотрел, сколько время. Сколько? 16 минут, надо торопиться. Придется. Другому никак. Так, я телепортироваться не смогу. Так, а куда вообще? Вот чё? Какая миссия-то, блин, а? Я ж не помню. Так, СВ. А, все, гараж все-таки, гараж. Или что? Нет, не гараж. Ага.
какая-то... Что это значит вообще? Морендорт. Фока. А что это еще означает? Fire. Пожарный, типа. Это здесь. Судя по всему. Ну, а, я не смогу телепортироваться, потому что, блядь, надо выбраться из этого. Прозрачность воды просто поражает. Так, сохранится бы здесь. Тест-3, смотри, авторизация, используй карту доступа мили. Угу. Жень, подбросишь меня? Сюда сейчас не до этого. На месте, сюда. Нет, вряд ли. Открыть тебе глаза. Ты не любишь жертвовать неприятности. Я вижу это. Я не хочу это долго. Суждать просто тупо тпхаемся и все. Комната чиста, что-то там. Не беспокойтесь, я вас доведу, босс. О, а мне такси досталось, прикольно. На другой я бьет за бичок, у меня слишком много проблем накопилось. Я без боя не сдамся. Он прирожденный убийца. Успешное выполнение каждого теста открывает доступ к последующему. Нашпигую свинцом задницы этих придурков. Откройте ебаные ворота, СиДжей! Но она никак не повлияла на их умение обучаться с движками. Ох, кажется, все. 5. Как, кто тебя запер там, чувак? Убирайтесь из моего дома, вьетгномские ублюдки. Мобильник Майка почти сдох. Знаете, Джей. Отличный бросок, балда. Возможно, это вылетело из вашей головы. Вот я и решил освежить вам память. Странно, вот обычно закрыты. Да, ну да, ты прав, прости. Ты меня продал.
Ну, надеюсь, тут-то все пройдет успешно. Мы с Энвайс на самом деле с Сибо Мендезом. Да на завертает он не смог заехать просто. Да. А чет. Ну да, 4 звезды. Так, что там по времени? Так, еще 6 минут у меня есть. Если по всем. Так, что у нас получается? Сердце это, скорее всего. Нет, погоди. Это. Так, какое сердце-то из них? Сердце это. Что-то я запутался, чуваки. Вот тут сердце, это не то сердце, блядь. Ага, ножницы. Что за ножницы? Где я вам найдут? А, и опять гараж. Серьезно, блин. Сложно его обнаружить. Адекватно. Так, Snail Trail. А, опять это? Да нет. О, а мне а летать все равно? Или ехать? Летать. Ну, видишь, что за тобой нет хвоста. Да шпигу с лицом задницы этих уродов. Смок, они ведут себя очень организованно. Ты ничего об этом не говорил, чувак. Находишься в зоне. Да. Только на этой миссии, блин, а почему, когда я просто летаю, никто на меня не обращает внимания? Только менты могут загаться, если я преступление совершил. А так всем поебать вообще.
Твоя кузина приезжает сюда? Из Мексики? Ну, скорее всего, это все. Она не будет летать теперь. Не. Теперь она не будет летать. Ой, ладно, пока.